пульсы нужны, чтобы все мигало. Подадим на боковой контакт питание, то получим самый примитивный импульсный датчик. Принцип действия автоколебания описан в школьных учебниках. Вот такая штука даст нам возможность выставлять время импульса. На одну секунду ставим и получаем секундный импульсник. Следующий вариант – это ячейка памяти. На ячейке памяти одно питание подходящее может выходить либо сюда, либо сюда. По умолчанию оно идет налево. Этот переводит питание, средний ставит все на исходную, а этот при последовательном включении будет менять выходы. При подключении бренчем левый подключаем на средний контакт. И тогда мы можем заставить ее мигать, если подключим выход вот сюда. При этом получаются два выхода колебаний. Итак, мы можем сделать импульсник либо мгновенный, секундный, либо на базе ячейки памяти, где выходы попеременно будут мигать. Можно объединить мгновенный и секундный импульсники. Если пойти еще дальше, можно объединить их в одну линию и заставить меняться импульсы через заданное количество импульсов. Вот это моя недавняя схема, где я объединил в одну линию мгновенный и секундный импульс с возможностью выставить количество импульсов по каждой ветке. Но это вам вряд ли пригодится. Давайте пойдем делать наши мигающие огни. Итак, мы научились делать с вами импульсники. Ничего не понимаю. Следующее, что нам нужно, это вот такая вот желтая штучка. Что она делает? Вот эта желтенькая штучка по умолчанию через себя не пускает напряжение. При подаче на контакт на вот этот питание, она начинает его через себя пускать, но в случайном порядке. То есть абсолютно случайно она его то ли включит, то ли выключит. И когда это будет, никто не знает. Она нам нужна для того, чтобы делать интересные вещи. Оптимальный вариант использовать ячейку памяти. У нее два выхода, и мы можем повесить на них наши огни. Поочередно они будут меняться. Если мы подадим вот сюда на нижний контакт, оно будет переводить питание между линиями. А для того, чтобы это все было случайно, используем вот эту вот желтую штучку, а на нее подаем от нашего импульсника питание. Нам зачем нужен импульсник? Импульсник нам нужен для того, чтобы мы подали его на боковой контакт этой желтой фигни. А она уже будет переводить, подавать питание на нижний контакт ячейки памяти. А ячейка памяти будет поочередно подключать нам две линии. Либо эту, либо вот эту. Вы понимаете, о чем говорят все эти люди? Я нет. Вот этими линиями я выложил вот такой рисунок. И сейчас мы с вами это сделаем. Здесь будем подключать. Рисуем лицо. Чем чаще ставишь точки, тем больше лампочек. Вот, типа молчит вот так вот. Ставим три ячейки памяти. И вот сюда, когда он молчит. А теперь делаем следующую фазу движения. Скажем, здесь. Вешайте на тот же, где начальная фаза. 20 ватт подадим, будет отлично. Вот сюда мне надо 20. Видно, да, у нас фаза такая, когда он молчит. Питаем их. Даем сюда 20-очку. Каждый желтенький запитываем. На вот этот нижний. Теперь нам нужно подать на него импульс. Это будет экономичней. Самый легкий импульс делаем, мгновенный. 3 ватта нам надо дать на ячейке памяти. По одному у нас возьмет желтый, один возьмет сплит, 3 возьмет бренч, и тут еще один. Итого 11 ватт. Подключаем выходы на вот этот боковой контакт. И заставляем ее мигать. И дадим 5 ватт на лицо. Сейчас стемнеет, посмотрим, что у нас получилось. Ну, как-то так у нас получается. Умеете, могете просто. Это как вариант самой несложной двухфазной схемки, чтобы сделать какую-нибудь анимацию. Анимацию с большим количеством фаз можно сделать на базе бегущих огней. Если вас это заинтересует, я могу сделать видос. Пишите в комментариях. Вот так это прикольно выглядит ночью. Еще достаточно интересно можно сделать мигалки с обычных ламп. Для этого ставим линеечку из бренчей под каждой лампой. И на каждую лампу отдельно ставим желтую. Подключаем через желтую на лампу. И у нас каждая лампа будет независимо мигать. Через блок подключаем колебания.
с уже имеющегося импульсника. То есть, если мы подключим наши импульсы вот сюда на боковой контакт этого блока, то мы получим такие же колебания, только фаза у них будет отличаться. И получается, каждая лампа мигает. Это один вариант подключений. Еще один вариант подключений, так как я делал мишени. То есть вот этот бренч, он его и запускает, и питает. При этой схеме импульсы его и питают, и запускают. Если понаблюдать схемы, они отличаются рисунком мигания. Можно сделать эффектную иллюминацию, если по углам дома повесить такие отрезки и заставить их мигать. Через синий элемент линеечку бренчи. Желательно всегда ставить счетчик, чтобы видеть, сколько у нас питания, иначе вы заморитесь считать. По 6 ватт получается. Вот получилось вот так. Ночью достаточно неплохо будет смотреться. Это просто. Итак, сегодня мы научились делать несложные световые решения на базе ячейки памяти. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока.